Вы смотрите обзор товара доска разделочная торцевая, овальная, 40 на 30 на 3 см, дуб. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Торцевая разделочная доска изготавливается не из продольно распиленного массива, как большинство аналогичных изделий, а из поперечных спилов. Таким образом, волокна располагаются не вдоль поверхности, а поперек ее. На порядок повышается прочность доски. Доска не образует занос и заусенцев даже при случайном неаккуратном движении ножа. Попадая на поверхность доски, нож раздвигает волокна, а не сталкивается с дополнительным препятствием. Так дольше сохраняется острота лезвия. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.